многим посетителям выставки было интересно помочь нам поучаствовать в строительстве. И это было здорово, потому что много детей с удовольствием помогали нам возводить вот этот вот дом. Это было здорово. Это очень расслабляет как-то. Да, некоторые приходят и просто так... Камешки, чисто камешки потрогать. Они кладут один и уходят. Положить его вот сюда. Сложно. Вот так вот. А нет, лучше посередине, на переплет. Так вот, вы так будете, столько места вообще можно выбрать. Это мой дом, я решаю. Так сказал мой застройщик, когда не сдал вовремя у меня квартиру. Ой, я теперь знаю, что говорить. Отлично. Отлично. Так, вот. Придавите немножко сверху. Придавила. Глина вылезла. Вот, а лишнее я уберу, чтобы вам можете руки не пачкать. Ну все. Потому что это Полинин дом. Вот, в принципе, этим мы занимаемся везде сегодня. А еще в ближайшие 2 дня. Когда я вырасту, я стану архитектором.